А вот это что такое вот? Это блок клапанов, который отвечает за пневмо систему, за массаж, за накачку боковой поддержки поясничной регулировок. Он у нас сделан в таком вот чехле, чтобы металл был весь закрыт. То есть выглядит это вот так. Спасибо. Крепим пульт. Давайте. Опа. Поехали. Новая спинка сиденья.
И так они плотно входят, что ничего не пропускают? Нет, они с специальными зажимами, то есть в ту сторону они вставляются, но обратно без определенного нажатия они уже не выйдут. Они пронумерованы? Вообще, да, но мы уже как бы знаем все наизусть. И это вот по этим маленьким трубочкам что идет? Это массаж. Массаж. Да. Какое же давление идет вот под этим, по этим трубкам? Там оно может до 6 атмосфер доходить давление. В зависимости от накачки. Соответственно, что тут, кожу надо растянуть. Без проложки, не против. Сейчас идет монтаж электрической части.
Ну это кресло, наверное, будет поудобнее, чем у БМВшки вашей. Как вы? Они, я могу сказать, что они помягче. У него удобные кресла, они достаточно жесткие. Жесткие, да. Мерседес, я помню, у меня был тоже какие-то жестковатые такие. Ну, в принципе, они делают плохо. Кроме весь 22-го из класса, сейчас мягкие кресла. Все на защелочку, да, щелк-щелк. Ну, уже стало похоже на кресло. И пошел дальше, да? И пошел, поехал. Так интересно, а подголовник вот этот будет подогреваться или он не подогревается? Проверка идет, да? Ну, продувка, я понял, она будет работать только при включенном моторе, да? А, при включенном зажигании. Зажигание. А, даже зажигание, не моторе. Обогрев тоже, да? Соответственно, мы можем изменять интенсивность массажа, то есть сильнее, чтобы слабее камеры надувались. Соответственно, скорость открытия клапанов быстрее и медленнее.